Он вернулся в набережные Челны спустя 15 лет. Турнир памяти великого спортивного и культурного деятеля нашей страны Николая Озерова состоялся на тренировочном поле КАМАЗа. Его называли крестным отцом челнинского футбола. После смерти легендарного комментатора соревнования в его честь проводит Валерий Четверик, который возглавлял челнинскую заводскую команду со дня ее основания. Турниры памяти известного комментатора Николая Николаевича Озерова приняли участие только работники прессово-рамного завода. Предложение вынести соревнования на все камазовский уровень правком не одобрил, и команды сформировались только внутри цехов ПРЗ. Логика простая. Челнинский футбол берет начало именно оттуда. С 81 по 88 годы команда так и называлась – «Труд ПРЗ». Под руководством Валерия Четверика, друга Николая Озерова, который и сам не раз бывал в набережных Челнах, команда, меняя название, добивалась огромного успеха. Известный спортивный и культурный деятель уважал и любил заводской футбольный клуб. 16 лет сегодня, как Николай Николаевич ушел в мир иной. Где бы я ни был, я провожу вот такие турниры. Первый проводил в Челнах и 16-й. Валерий Четверик устраивал эти турниры в Москве, в Туапсе, в Казани, Калининграде. Но в набережных Челнах особая атмосфера, считает заслуженный тренер России. Именно футбольный клуб «КамАЗ», эти поля на Гренаде и челнинский спортивный дух сблизили наш город с Николаем Озеровым. Отборочные игры турнира памяти начались еще 21 мая. В торжественной обстановке проходит лишь его финальный этап. Награды победителям вручали Валерий Четверик и его отец Василий Иванович. Он специально приехал из далекого Тихорецка, чтобы поддержать спортивную традицию. Чемпионов чествовали, как полагается, кубок, медали и аплодисменты болельщиков. Команда существует у нас давно, более 10 лет. Мы участвуем во всех турнирах. Чаще первые, вторые, третьи места мы не опускаемся. После футбольных баталий организаторы, футболисты, гости и болельщики еще долго фотографировались, брали автографы, делились впечатлениями и уговаривали первого тренера челнинского клуба Валерия Четверика через год вновь провести турнир памяти на этом поле. Егор Орлов, Андрей Буслаков, РЕН-ТВ, Набережные Челны.